В минувшую пятницу на большой спортивной арене «Лужники» состоялся концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Отметить восьмую годовщину со дня этого события собралось более 200 тысяч человек. От Ленинского городского округа приехала делегация в составе порядка 700 активных жителей, представителей местной администрации и депутатского корпуса. Каждый, кто в этот день был здесь, поддерживал своим присутствием решение президента. Мы в свое время, люди, воспитанные в Советском Союзе, воспитали его с молоком матери. Поэтому все, что касается защиты Родины, защиты Отечества, наших братских народов, которые были в составе Советского Союза, это наша родная кровь. Мы всегда будем поддерживать и стараться в трудное для них время быть рядом. Потому что мы заодно с ребятами, которые там сейчас воюют на Донбассе, потому что мы заодно с нашим президентом Путиным. В эту минуту нужны слова поддержки, нужны слова одобрение, слова от того, что мы вместе. Работайте, братья, мы с вами. В эти дни тысячи российских военных борются за жизни простых жителей Донбасса. Своими выступлениями их поддерживали журналисты и музыканты. Объятия рощи березовой, теплее любых дальних стран. И детство под летними грозами я в памяти часто листал. Апогеем мероприятия стало выступление президента Российской Федерации. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучше этому подтверждение. Ну а Россия ждет скорейшего возвращения наших бойцов домой.